стоять здесь. Так, вот этот вот светильничек я поставлю вот сюда. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. Вы снова на нашем канале. Вы нас очень просили снять видео с генеральной уборкой. Да, мы только недавно снимали уже такое видео. Они вам очень нравятся, мы специально для вас опять снимем такое видео. Каждая наша генеральная уборка начинается с перестановки. Начинается с перестановки. И сейчас мы опять будем делать перестановку. Знаете, когда нам скучно, мы делаем просто перестановку. Очень скучно. А вы уже подписаны на наш канал? Проверьте, если вы нажали на красную кнопочку. Если она красная, значит нажимайте, чтобы она была серая, а не красная. И обязательно на колокольчик. И ставьте лайки. А мы начинаем. Мы уже попробовали очень много вариантов, как же поставить нашу кровать. Если вы нас смотрите уже давно, то вы знаете, где уже стояли наши кровати. Они стояли просто везде. Вон там, вот тут. Вот. Они у нас стояли раздельно, а потом вместе. Потом двухъярусная кровать. Да, у нас двухъярусная кровать была. Теперь у нас отдельные кровати, но мы их поставили вместе. Мы нашли еще один вариант, как можно поставить наши кроватки. Надеемся, Бонька нам не будет мешать, да? Она бумажка. Любит грызть бумажку. Посмотрите, это как маленький ребеночек. Мы хотим поставить вот эти вот две кровати. Вот сюда, у окна. А тут и вот. Для этого нам нужно убрать стол. Этим мы сейчас и займемся. Сейчас мы уберем все со стола. На столе у нас беспорядок, так мы убираем, и на следующий день все пух. Ну что, мы надвигаем стол. Что можно добавить? Ты пингвина носишь! Ой, все. Ну что, вот мы освободили место для кровати. Я нашла мою бутылку. Надеемся, они поместятся. Теперь мы их будем двигать. Сейчас зайка упадет. Кроватки. Наверное, это будет наша последняя перестановка, потому что мы уже испробовали все варианты. Вот так и вот так. Так, теперь нужно подумать, как поставить стол. Я думаю, что вот так вот мы просто сюда подвинуть, потому что потом можно и лампочку включить. Ну что, вот так вот оставим наш стол. Теперь мы стол будем убирать. Так, теперь мы будем наводить порядок на столе. Так, посмотрим, что у нас тут есть. У нас куда-то все скрепки делись. Аккуратно. Мне нужны скрепки. Если тут у нас будет спать Бонни, давай вывернем. Да. Да, вот так вот. Вот так вот. Так вот она точно будет спать. I could travel a thousand miles just to feel your arms around me. We can make it for the world.
тут у нас всякая канцелярия. Вот. То есть все. А тут только этот степлер. Так что мы его вот тут вот оставим. Вот эту вот папочку тоже. Так, ручки у нас тут уже в порядке. Сюда мы. Сначала вот этого мы сюда положим. Так. Теперь вот это вот. Так, ластики у нас здесь. Тут нету больше места. Так что мы их сюда положим. Так. Вот это вот. Сюда вот. А, это надо оставить. Закрываем. Все. Так, эти полочки у нас в порядке. Эти у нас тоже, в принципе, в порядке. Так, все, стол мы прибрали. Теперь все вот это. Теперь остается вот эта вот сторона. Да, бочек. Бочек, где мой пончик? Так, здесь будут наши подушки-сидушки. Это моя. Мисочки будут стоять здесь. Так, ну что, теперь наведем порядок на полках. Почему тут вообще клей стоит? И вообще еще полный. Я переставила свои баночки вот в эту полочку. А сюда вот я поставлю мой светильник. Так, вот этот вот светильничек я поставлю вот сюда. А вот эту картину мы повесим вот сюда, когда будет готово. Теперь будем приводить в порядок наши кровати. Следующий у нас уголок со слаймами, но он уже убран. Мы только недавно здесь убирались, так что трогать мы тут ничего не будем, потому что тут красивенько убрано. Тут краски, там еще что-то там, папки, то есть все, игрушки. Тут у нас слаймы на продажу. Это наша доска так и останется. Здесь наши расписания, разные заметки. Кеки у нас остается на этом месте. У нее здесь очень хорошее место. Про Кеки не забываем. Она тоже у нас любимая. Нам осталось помыть это зеркало и все готово. Начинаем. Смотрите, вот она, наша красавица. Вот моя бунь. Ой, а ваша зуба. И Кузя. Осторожно. Ой. Все. Ну что, ребята, вот мы закончили нашу перестановку. Вот. Мне очень нравится такой вариант. Мне тоже, я очень устала. И я. Мы так долго убирали, что уже на улице стемнело. И нам уже через час спать. Здесь мы оставили для вас опрос. И вы можете проголосовать, что вам, какой вариант вам больше нравится. Этот вариант, который у нас сейчас. Или который вы. Да. Ну а на сегодня все. Мы очень устали. И будем отдыхать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно не забывайте подписываться на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Ну все,
мы будем отдыхать. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!